ныне повсякчас и на веки вечные. Аминь. Милости Божией, Царство Небесно, вечна память и вечный спокій убиенному воину. Хай с Богом спочиває, слава Ісусу Христу. Если вспоминать про Тихого, как вспоминаешь вот про что-то родное, про отца вспоминаешь, так вот, да, ну, печально, очень, не то, что печаль, это вообще не то слово, чтобы передать, ну, какой камень на душе из-за того, что нету его. Вспомнить что-то про Тихого. Я вспоминаю, это шквал эмоций. Это человек, который, ты его видел, это позитив. Человек, который умел зарядить энергией. Про сыновей всегда рассказывал. У нас два брата-близнеца, и у него близнецы. Он говорит, вот у меня, говорит, тоже сыновья-близнецы. Когда-то, говорит, вместе поедем на рыбалочку, когда-то поедем. Ну, в общем, отдохнуть хотел с детьми тоже. Много говорил об этом. Говорит, война закончится, поедем отдохнем вместе. Нас обстреливали, ну и так получилось, что как бы Тихий спас нам жизнь, потому что уже должно было, перенос огня шел на нас, и он схватил АГС на руки, автоматический гранатомет. Я не помню, я кому-то рассказывал про это, но я могу об этом говорить вечно, потому что я только говорю благодаря Тихому. Потому что нас бы положили, шел перенос огня на нас, и Тихий схватил гранатомет, обошел за штольню наверх и прямо сруб с гранатомета полностью положил позицию, ну, огневую позицию. А нам деваться некуда было, мы в яме сидели. То есть нас бы просто покрошило всех. И он как-то это сделал, один. То есть поэтому человек ушел, но много оставил подвигов. Герой України Тихому тричі! Слава! 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 Герой України Тихому тричі! Слава! Слава! Слава!